Впервые по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» Архангельск получит средства на ремонт мостов. Один из них через реку Соломбалка по улице Мостовой, а также путепровод над железной дорогой в районе улицы Кировская. Конкурсные процедуры уже начались. Всего на ремонт выделено 300 миллионов рублей. Важно отметить, что при ремонте, при капитальном ремонте этих объектов транспортное сообщение с Северным округом ни в коем случае нарушено не будет. В частности, если говорить о мосте через реку Соломбалка, то там будет сделан дублирующий временный мост для того, чтобы обеспечить транспортное сообщение. А мост на Кировской будет работать в реверсивном движении. Подрядчик отремонтирует полосы поочередно. Также разработан объездной путь через промзону с выездом в районе первых пятилеток. Отметим, что понтонная переправа также продолжит работать.